В ЮРГУ уже на протяжении нескольких лет действует программа по обмену студентов. Благодаря ей учащиеся нашего университета получают возможность уехать на один семестр в другую страну. Одним из таких людей стал студент энергетического факультета Андрей Кочихин. Примерно в декабре месяце нам предложили поехать по обмену в Чжэньцзянский океанический университет. Для этого нам сразу озвучили требования, то есть отправляют студентов только с хорошей успеваемостью, без академических задолженностей. И также обязательным требованием была сдача двух экзаменов. Китайцы очень дружелюбный народ по отношению к иностранцам. Они никогда не откажут в помощи, всегда помогут деньгами или еще чем могут. Спасибо ЮРГУ за эту прекрасную возможность. ЮРГУ ведет международные отношения с самыми передовыми странами Европы, Азии и Америки. Ежегодно наши студенты ездят в различные иностранные университеты для получения ценных знаний и опыта, которые можно будет потом применить у себя на родине.